Евгений Сидихин заработал себе репутацию идеального мужчины. Актер часто играет героев, которым море по колено. Вот почему многим кажется, что и в реальной жизни у знаменитости совсем нет недостатков. Зрителям интересно узнать, кому же повезло отхватить себе такого обаятельного и статного красавчика. Счастливицей оказалась коллега Сидихина вместе с актрисой Татьяной Барковской. Он счастлив вот уже больше 30 лет. Муж и жена вырастили 3 дочерей – Полину, Аглаю и Анфису. Артист не раз признавался, что без памяти любит свою супругу, с которой познакомился еще в студенчестве. По уверению Сидихина, он сразу почувствовал в Татьяне родную душу. И многие охотно верят, что Барковская очаровала звезду российского кино вовсе не своей красотой. Внешность у малоизвестной актрисы довольно заурядная. До звания секс-бомбы ей точно далеко. А что скажете вы?